Когда умер мой любимый, незабвенный муж Абрам. Миша, ты же помнишь дядю Абрама? Он был замечательный человек. Я осталась одна с ребенком. Шурочка такой маленький, хороший мальчик. Стало совсем тяжело. Миша, ты меня не слышишь? Да не, я слушаю вас, мадам Вредина, слушаю. Миша, ты забыл, как дворник Терентий мазал веник говном и гонял тебя по всей улице? А кто тебя спас? Кто кричал, чтобы он перестал издеваться над ребенком? Мадам Гликберг, я все помню прекрасно. Вы же мне как двоюродная мама. Да? Mm. Тогда скажи Шурке, чтобы он хорошо относился до мамы. А он что, нет? А он нет. Он ведет себя так, как будто он мне не сын, а я ему не мама. Раньше он мне все рассказывал, и то, и это, а теперь нет. Он теперь приходит, кидает мне жменю денег на стол, как за постой. А зачем маме деньги? Маме надо, чтобы ее просто поцеловали. Костя, а ну приведи этого Шурку. Сейчас я ему накручу, мадам Гликберг. Сейчас. Я ему скажу, что мама это первая. Конечно, Миша. Он будет целовать вас, клянусь. Если вас не целовать, то кто потом вспомнит за нас? Да. Шура! Это что за дешевые мансы, Шура? Я вами расстроен, Шура. Вы обижаете родную маму? Обижает, падла. Так вот, чтобы вы слушали родную маму и рассказывали, что и где вы делали. Это в Англии король сидит на жопе с короной между глаз и ни хрена не знает. А в эту тронную залу люди приходят запросто. И если у кого горе, тут же до меня. Особенно старики. Шура, мы же вышли из них. И примеряем до их свои дела. Если мы забудем стариков, то кто потом вспомнит за нас, Шура? Перестаньте мокнуть носом. И извиняйтесь прямо среди здесь. Мама, я больше не буду. Говори маме, где ты шлялся? Мадам Глик, может, он дома вам расскажет? Нет, пусть здесь говорит. Мама, я был в одном приличном месте. В борделе. Ну, почему? Как раз таки наоборот. В аптеке. Мы попросили старого Адольфа немного лекарства взаймы для больного Зорика. Он добрый человек, он всегда помогает бедным. Так на доме старого аптекаря вместо красного флага развивается трехцветный. И ты молчал? Так я думал, вы знаете. А еще я видел одного припоцанного фараона, который бежал по дороге и кричал, да здравствует единая и неделимая Россия. Вот, мадам Гликберг, теперь вы наперед меня знаете, что и как в городе. Миша, так что же делать? Да ничего не делать. Все будет так же. Просто новая власть будет орать, чтобы мы сдали бесплатное оружие. И никто не шлялся ночью по городу. Да это не главное, мадам Гликберг. Власти много, жизнь одна. Главное, что Шурка матрос теперь будет слушаться свою маму. Так? О. Миша, вы настоящий король. Да. Миша, в городе погромы. Я извиняюсь. Thank you.
сеймену хайрне хойно, ахаскан фейгашкино, малушки душу тивоєрім, кезольгар горокія маєрім, леніш мосрі вибеся кисою, а нашим вата шене. Ешь. Мальчик, да ты что, не слышишь? Почему они на земле? Что, нельзя было постелить? Нехорошо так. Миша, они на молдаванку идут. На молдаванку идут. Нехай идут на молдаванку. Женщина. Да не дрейф в гимназии, я ж только причесать. Чтобы отвез инвентарь до Лейта. Ему сегодня двоих хоронить. Миш! Миш, беда! Там дайверманов идут! За мной! Быстро! Северман! Миша! Северман, где девочка? Там! Миш! Северман! Yeah.
офицеры. Господин генерал-губернатор Гришин Алмазов. Ваше высокопревосходительство, честь имею представиться начальник Одесского гарнизона полковник Гриневич. Ваше высокопревосходительство, имею честь представиться начальник полиции полковник Геловани. Господа, прошу следовать за мной. Господа офицеры! Докладывайте, господа. Господин генерал-губернатор, осмелюсь доложить. Город полностью под контролем войск добровольческой армии. Последние очаги сопротивления подавлены. Благодарю вас. Мне это известно. Также мне известно, что в городе прошли погромы. Это недопустимо, господа. Ваше высокопревосходительство, народ в праведном гневе. Войска не в силах противостоять. Я повторяю. Это недопустимо. И мне странно, что вы этого не понимаете, господин полковник. Виноват, но... Мы законная власть. Озлоблять население – это преступная глупость. Погромы пресекать, вплоть до применения оружия. Слушаюсь. Вы свободны, господа. У аппарата. Черт знает что. Так точно. Алексей Николаевич. Сообщает адмирал Донцель. Эскадра союзников встала на Одесском рейде. Хорошо. Вы думаете, это я живу в Одессе? А так и нет. Это она живет во мне. Это же не город. Это же апельсин. Сегодня утром я делал променад. Так я вам так скажу, это уже не Одесса. Это лучше, чем Одесса. Это уже Марсель, это Париж, это Монте-Карло, оперный театр. На бульваре все только ходят, кушают и говорят только по-французски. Так я вам скажу, не просто так, я скажу, как вы знаете, с душой. Мерси вам, месье союзники, либерте, эгалите, фрутерните. Что означает? Выпивайте и закусывайте от вольной масти. И делайте, девочки. Французский теплоход, в сиянии своих прожекторов. И свой покинут борт, сошли гурьбою в порт 14 французских моряков. Идут сутулиться по темным улицам, и клёши новые ласкает бриз. Они идут туда, где можно без труда найти себе женщин и вина. Где пиво пенится, где пить не ленится, где юбки узкие трещат по швам. Отчаянные чудаки. Здравствуй, Миша. Седайте. Ну что, Ваня, как там революция? Уже скоро или еще подождем? Это все ненадолго. Месяц. Может, меньше. Ну-ну. Давай два пива. А вы-то теперь как? В подполье. Ты же знаешь, нам не привыкать. Знакомьтесь, товарищ Фельдман. Саша. Майорчик. Миша, Мы не просто так пришли. Разговор есть. Ну? Товарищ Винницкий, комитет готовит восстать. Нужно оружие. Очень много оружия. Ну? А я-то что могу? Я ж сам, как последний голодранец. Миша, французы завезли в город много оружия. Вы знаете, как его достать. Ну и что? Вы можете помочь.
Да с откуда вы? Миша. Товарищи, давайте лучше пиво. А то затеете свою революцию, а потом не знаю, будет пиво или как. I try to explain, so kiss me and say you'll understand. Еще и гранаты. Но вы даете. Ну, хватит дурака валять. Миш, давайте говорить серьезно. Вы же помогали нам брать власть в городе. Ну. И надо дальше быть вместе. Классово вы близки к пролетариату. Сами из бедноты, так? Ну. Ну так и помогите нам скинуть власть помещиков и генералов. Ну хорошо, сколько? Что? Ну сколько за оружие? Миш, а вам не стыдно наживаться на революцию? Софья Павловна. Не-не-не, не стыдно. Я же не идейный. Я по коммерческой части. Сколько? Честно говоря, я думал... Денег у нас немного. Правда, скоро должен приехать один человек наш, и вот... Он. Если нету в доме денег, привяжите к заду веник. Привяжите и метите. Наметете, приходите. Общий привет. Все-таки умеют они фасон держать, а? Не то, что наши хлопцы. Чистый генерал. Капитан. Да? А так и не скажешь. Капитан Девиль, начальник арсенала. А они же на карантином арсенал устроили. Да ты что? Да. 2 дня ящики тягали. Еще много натягали. 16 подвод, говорят. Хлопцы говорят, ящики вроде из-под винтовок. А эти малоимущие у нас за оружие интересовались. А тут такое добро пропадает, аж завидно. Костик, а ты же у нас француз настоящий. Здоровье! 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 Je vous recommande, c'est Jean. Mademoiselle Marussia! Mademoiselle Marussia! Marussia! Знаю. Je m'appelle Jean, et toi, ma belle. Он говорит, что пора в номера.
Ламира. 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 На здоровье. Ну, на здоровье, здоровье. На здоровье. Обычай, обычай. На здоровье, на здоровье. Пидадна, 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 пидадна. Très bien. Son nom. Raya. Капитан Девиль, к вашим услугам. Костик. Как будет любовь по-французски? Je t'aime, Раечка. Je t'aime. Черт знает что, господа. Полковник Дюшан тут же доложил генерал-губернатору, и он в бешенстве. 16 ящиков пехотных винтовок Лебеля. Патроны. Эльмано, я чувствовал себя мальчишкой, господа. Есть основания полагать, что все это оружие ушло в бандитское подполье. Большевистское. Молчать! Я извиняюсь, это здесь лазарет? Миша, и вы еще шутите. А... Как вы? Проходите. Целя. Как вы? Больно? Ой, да ничего и не больно. Придумалась губа. Мне вообще голову разбили. Софочка. Ой, знаете, как больно? Больно? Да. Миша, а вы того бандита убили? Софа. Что вы такое говорите? Миша, Миша, я хотел поблагодарить вас. Миша, это был такой ужас. Мой бог, когда бы не вы, Миша. Не, месье Аверман, я вас умоляю, но забудьте за эту чепуху, как за страшный сон. А как вы насчет прокатиться? А? Что? Куда прокатиться? На море. М? Заодно голову вашу пошкрябанную ветерком продует. Одна ж польза. Да и погода такая, что просто шикарный вид. Ну? На море. Циля. На море. Циля. Цветочек.
кушай. Так она же не голодная. Она ж с утра так порубала, что ей теперь не скоро кушать. Ой, лошадка. Лошадочка, кушай. Цветочек. Да все я понимаю, что вы говорите. Вы думаете, взялся шалопай на мою голову? Я не считаю вас шалопаем. Катя, я ж бандит. Только я вам так скажу, что по мне лучше так, чем в лавке с кислой мордой сидеть, чужие гроши пересчитывать. Да и время сейчас такое. Какое? Веселое. И жизнь моя тоже веселая. Веселая. А то. Роман с приключениями. Лошадка. Лошадка кушает цветочек, он же вкусный. Вкусный. Что ж вы его молочаем-то кормите? Он же горький, не дай бог. Что? Что, горький? Попробуйте сами. Ой, правда горький? Софа. А? А где Миша и Цилик? Куда они делись? Папа, да что вы волнуетесь? Они вон у моря прогуливаются. Ой. Какая умилительная картина. Миля! Миша! Папа! А вы... Я вам так скажу. Я не знаю, как оно там будет дальше, что оно там будет, как... Ну вот вы знаете. Вот вы меня вспомнили, как я тогда прибежал до вас. А я не забывал никогда. Как вы посмотрели на меня. Как окошко открыли. Эти 10 лет проклятых каждый день за вас думал. Каждую минуточку. Клянусь. Думал, вернусь, все в жизни переменю. А потом приду до вас, и вы на меня посмотрите. Но немного не вышло. А раз не вышло, то что ж теперь? Ладно, пойдемте, а то папаша ваш уже спекся. Ну что ж вы делаете? Вы же ножки замочите. Да ну и что? Ну как что? Мне ж придется нести вас. Придется? А вы что? Не донесете? Я-то донесу, да вы брыкаться будете. Да? Не знаю. Может быть, не могу. Ну что, можно уже нести? Я так тебя люблю, что зла не помяну. Я все перетерплю, прощу твою. Я так тебя люблю, что чувствую сама, что я схожу с ума. Другое дело. У меня в кассе скопилась небольшая сумма. И? Не сказать, что очень большая, но сумма приличная.
вы... Так я решил, что плохо, когда деньги валяются, где попало. Вообще-то правильно, потому что деньги не должны лежать впустую, они должны лежать правильно. Ну, времена такие паршивые, что в Одессе для денег приличных мест совсем не осталось. Так и что вы предлагаете? Константинополь. Есть пара-тройка мест, куда можно покласть деньги под довольно приличный процент. Был бы очень вам благодарен. Но это может сделать только один человек. Кто? Мой племянник. Костик? Другой. Ну, Бог не дал мне сына, зато дал сыновей моим сестрам. Mm. Додик. Додик, в городе его никто не знает. Mm. Он как неделю приехал с Киева. Mm. Я клянусь, это будет Ротшильд. Ну и что, может он? Ну, я скажу, что он может, только ему тоже надо помочь. 100 000. Вы не обижайтесь. Но я хочу, чтобы он уехал с этой страны. Но если вы дадите ему 100 000 и поможете пропасть из Одессы, мы сделаем все, что вы просите. Ну, мы ему поможем. Молодцы. Здесь как договорились? Это очень хорошо. Отходим. Через 5 дней будем в Стамбуле. Ну? Прощай, Давид. Маме напиши. Устроишься, сам напишешь. Господа, хочу сообщить, что главнокомандующим на меня возложена обязанность навести в городе порядок. Я наслышан о бандах, терроризирующих город. Это настолько серьезно? Осмелюсь доложить, ваше высокопревосходительство, это более чем серьезно. Это мне говорит начальник полиции? Так точно. Могу со всей ответственностью заявить, в Одессе более 20 000 уголовного элемента. Бандитов, хорошо организованных, подчиняющихся своим главарям. Осилить их силами полиции не представляется возможным. Что предлагаете? Я что предлагаю? Да вы! Виноват. Нужна войсковая операция. Невозможно. Вы в курсе положения на фронте? Так точно. Порядок будете наводить сами. Быстро и жестко. Вопросы? Есть. Что?
Что? Быстро и жестко. Вы свободны, господа. У аппарата. Штабс-капитан Студзинский слушает. Да. Есть. Черт знает что. Да мама ей плохо. Вот такой стыд от людей, Мойша. Пришли, как мы не зная кто, и устроили этот гарвидер. Папу увозить, ой, Миша. А папа ж не схотел. Ты ж знаешь за его характер. Так он тому мордатому в зубы. Они ему руки заломали. И по голове кулаками. Ой, Миша, ну, по голове не кулаками. Не думайте, мама. Галя. А где Петя? Та він ще не прийшов, він у Савки ночував. Не побили? Петя ще поганці все повинісли. І шубку, що ти дав. І другую. Ту шикарну сієйки. І вазончик. Ну на що їм этот вазончик? Та не переживайте ви так. Як же жити? Вазончик ще красив. Ой, Міша, зробай що-небудь. Не думайте, мама, ні за мене, ні за папашу. Недовго йому в участок. Здрасте, тетя Дома. Ну что мне твое здрасте? Как люди теряют совесть, так здрасте. Твоя работа? Ага, да. Это Геловани. До меня даже не донесли. Видно, побоялись. Мэри. А ты хватит хлебать, лопни. Почему это нам нельзя видеться? С какой-то стати? Цылечка, мне... Ну, я же тебе говорю, это ненадолго. Тебе смешно? Да не, ну какое смешно? Просто так надо. Почему? Ты можешь объяснить, почему? А люди что подумают? Был жених и пропал? Цели, да наплюй дыра за три. Не разговаривай, как босяк. Ты обещал. Я думала, мы поженимся и уедем. Цель. Целя. Обязательно поженимся. Я тут... Вот. Какой красивый муж. У нас, ну, помолвка или как там? Спасибо. Мы с тобой поженимся и уедем за границу. Есть деньги, он даст. Цели, ну куда? Неважно. Во Францию. Миш. Извините, Миша, мне кажется, это до вас. Целечка. Господа. Миль, пардон за беспокойство, мадемуазель. Что вы себе позволяете? Это мой жених. Жених? Да. В таком случае, примите мои соболезнования.
На морском песочке я Марусю встретил. Отошли от двери. В розовых чулочках талия в корсете. Отойди от двери. В розовых чулочках талия в корсете. В розовых чулочках. Шикарный вид. И опять дома. Талия в корсете. А где же ты, Маруся, с кем теперь гуляешь? Одного целуешь, а мими кусаешь. Макота, гляди, какой наглядный фраер. Ну что у вас душок такой наваристый, аж глаза режет. Греетесь, да? К тому же веселый. Шуткуешь? Кот, а ну сними с его пиджак. Сдается он мне впору. А ты сама клевта. Шутишь? Кот, он не снимает. А ты его потруси. Мойша! Папаша? Папаша, да вы шикарно устроились. Ты не гавкай, то самого японца, старик. Да я знаю. Иди. Иди сюда. Я тебе сейчас лупцевать буду. Папаша, ну что ж лупцевать? Вот как мне лупцевали. Папаш. Паскудные часы, гнида. Нарожал на свою голову, бандюга. Что ж вы сразу драться-то, а? Так кто ваш папа? Папа убежал отсюда. Убежал, я сказал. Да вы седайте. А мы ведь как прознали, что то ваш папаша, так мы до него со всем уважением. А вот кроватку вам приготовили. Хорошую. Покушать, сообрази-ка на стол. Покушать. Седайте, седайте. О, ну какой старик, а? То ведь не старик, а одно счастье. Вот. Чаечек горяченький. Пожалуйста, покушать. А что мы встали? Ну-ка, убежали, убежали все, ну. Давай, 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 чтобы меня не видел. Какой старик, а? Еще я вас такой влюбленный. Уйдем! Я еще раз извиняюсь. Угощайтесь, пожалуйста. А Валька? А вот так. А другого? А вот так. А вот так. А мы с шестым номером. Ну-ка. Могут. Да ну тебе с тобой играть. Ты шо? Могут, ты шо такие? Доброго здоровья, пан Мендель. Мы до вас. От японца. До полковника ходили? Ходили. Пан Мендель, он не берет. Надо столько дать, чтобы взял. Ну, мы давали, он все равно не берет. Седайте. Прошу прощения. Вам передали. Господин полковник, мы счастливы поздравить вас с японцем. Наконец-то в Одессе настоящая власть. Не то, что стыдно вспомнить. Благодарю вас, господа. Ваше благородие, а скажите, его случайно не выпустят? Не беспокойтесь, господа. С ним поступят по закону военного времени. Расстреляй. Прошу вас, среди нас дама. Николай Никифорович, генерал-губернатор, срочно. Простите, Ольга Николаевна, служба. Извините, господа. Пардон. Намор. Монами. Я скоро вернусь. Аманшири. Извините, господа. Одну минуточку, можно вас попросить? Честь имею. Господа,
Еще одного принимайте. Место дай. Что ты сказал? Я Котовский. Слыхал? Григорий Иванович, какая встреча. А, японец. Ну. И ты здесь. В дурь не играйте. Давай. На меня не сдавай. Не буду. Шестой раз в дурнях. Мужня. Да ну тебя. Когда полковник не берет, нужно зайти с другой масти.